В области продолжает набирать популярность проект «Мой двор, мой сад». Ермек Мендешев, житель села Бесенбок Юрдинского района, заложил яблоневый сад. Другой сельчанин Берег Тулигенов выращивает в своем дворе фруктовые деревья. Кроме того, ежегодно они сажают бахчевые культуры и получают высокие урожаи. Подробности в следующем сюжете. Крестьянское хозяйство «Пахман» в селе Бесен существует более 20 лет. Несмотря на то, что основным направлением является животноводство, в этом году руководитель начал новый бизнес. С появлением яблоневого сада на окраине села в районе прочно закрепился проект «Мой двор, мой сад». Выращивание фруктовых деревьев – его давняя мечта. Ермек Мендешев считает, что сад станет лучшим подарком будущим поколениям. Я очень долго мечтал об этом. Чтобы осуществить ее, в этом году взял участок 100 на 70 метров недалеко от села. Все огородил и забил скважину. Землю подбирал по ее качествам, по плодородию. В хозяйстве посадили 100 пирамидальных тополей и 160 яблонь. Фермер выкопал колодец, и теперь на участке есть вода для полива саженцев. Опытный агроном, прежде чем заняться садоводством, теперь обращается за советом к пенсионеру Молдобаю Минажеву. Другой житель села Бесен Берег Тулигенов сажает фруктовые деревья во дворе своего дома. В этом году влагозапасы больше. Прошли дожди, и пока состояние деревьев достаточно хорошее. Это слива. В этом году должно дать первый урожай. Помимо этого выращиваю карликовые вишни. Несмотря на то, что деревья небольшие, урожай они дают очень хороший. Яблони, вишни, абрикосы, смородина цветут во дворе человека, который любит заниматься садоводством в свободное от работы время. Кроме того, здесь ежегодно выращивают огурцы, помидоры, лук, сладкий перец и получают очень хороший урожай. Екатерина Шмидт, Куанышбек Гениятов, Дастан Уразбаев, телеканал Акжаик.